Надежда с напарником готовится к несению службы. Прежде чем заступить на маршрут патрулирования, сотрудники вооружаются, отмечаются в дежурной части и идут на инструктаж. Еще один обязательный атрибут – служебная книжка. Все ориентировки, да, мы вносим в данную записную книжку. Обычно записываем как бы возраст, рост, телосложение. 4 марта в книжке появилась очередная ориентировка. За совершение особо тяжкого преступления разыскивается 35-летний мужчина, ранее судим среднего телосложения. Особая примета – рыжий цвет волос. Увидев похожего гражданина, выходящего из автобуса, напарники поспешили вслед за ним. Надежда говорит, сомнений, что именно этого человека разыскивает весь город, у нее не было. Однако признаваться в содеянном мужчина не спешил. Мужчина занервничал. Стал вести себя как-то... подозрительно, можно так сказать. Назвался не своим именем. Это нас вызвало подозрение. У Надежды 18 лет стажа в полиции. Свою работу она знает на отлично и ни разу не пожалела о выборе профессии. Предстоящие выходные сотрудница проведет на посту 7 и 8 марта. Девушка в погонах вновь выйдет на патрулирование городских улиц по графику. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев. Дежурная часть, Саратов.